15 минут назад в центре Санкт-Петербурга в страшную аварию попал известный российский фигурист, спортсмен, которого знает и любит вся страна, Алексей Ягудин. Об этом сообщил самый крупный российский телеграм-канал о новостях шоу-бизнеса. К сожалению, никаких подробностей нету, очень маленькая статья была написана в телеграм-канале. Сейчас мы постараемся установить связь с его друзьями, а также с его родственниками, чтобы хотя бы что-то узнать по поводу этой трагедии. Давайте, друзья, поддержим нашего известного спортсмена России и будем надеяться только на хорошие новости. Не забывайте, что только мы сообщаем интересные новости каждое утро, поэтому вам просто необходимо подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, и уже завтра рано утром вы будете знать подробности этой трагедии. Берегите себя, своих родных и близких, друзья, и будьте всегда с нами.